Всем привет-привет! И сегодня у нас 7 марта, и у нас очень хорошая сегодня погодка. Мы уже готовимся к 8 марта, и сейчас я уже жду курьера, должен привезти какую-то нам красоту. Так что позвонил курьер, сказал, скоро будет. Вот, так что я жду-жду-жду. Вот, так что желаю вам приятного просмотра этого влога. Это сертификатик от салона Queen. Помните, я выкладывала фотки в Instagram, тоже рассказывала вам про этот салон. Очень-очень он классный. Вот, так что это у нас такой подарочный сертификат и красивые такие тюльпанчики. У нас новый житель моего домика. И смотрите, кто. Кошечка в самолете. В общем, да. Теперь у меня живет дома вот такая кошка Hello Kitty в самолете. Она на самолете летит. И вот здесь Minnie Mouse. Очень красиво. Долго они обычно очень стоят. Это круто. Я очень люблю шарики такие. Большие, красивые. В общем, красота. Красота, милота. Я люблю, когда миленько. Когда всякие шарички. Так поднимает настроение. Такой праздничек сразу. Вот. Ощущение праздника надолго, потому что цветы — это такая вещь, ой, которые постояли 2-3 дня и до свидания, и потом ты уже ничего не помнишь, то, что был праздник. А шарики — это хорошее вложение денег. Сейчас вам покажу самое интересное, это, конечно же, подарочки. Всем интересно, что подарили, но все я показывать не буду, покажу самое интересное для вас. Это, конечно же, косметические подарки. И у меня они были из магазина «Звезда», вот так вот выглядит пакетик. Это парфюмерия и косметика, вот. Вот такой вот магазинчик. Ой, у нас что-то засвечивает. И там, кстати, еще пробнички у меня лежат в пакетике. Тоже вам, наверное, сейчас покажу все пробнички. Ой, мамочки. Дали мне вот такой пробничек тонального крема нового. Вот так вот он выглядит. Ой, у меня тут столько красоты, что уже все падает. И пробничек духов. Герлен вот таких вот. Так, сейчас все это убираем. Давайте, наверное, к самому первому перейдем. Это метеориты от Герлен. Я их очень-очень хотела, и в итоге, да, они у меня есть. У меня есть уже 4-й оттенок метеоритов. Он идет именно больше такой, как бронзер-румяна, потому что там в основном красные, розовые и коричневые шарики. А сейчас я захотела именно такой, как пудра-хайлайтер, который можно наносить в качестве только хайлайтера, либо на все лицо. Это Герлен метеориты в оттенке 2. Вот, вот так вот выглядит это все. Такая коробочка. Коробочка, в принципе, стандартная. И она абсолютно такая же, как у меня было вот моих четвертого номера. То есть абсолютно стандартная коробочка. Вот такие шарички. Здесь видите разные цвета. Фиолетовые, зеленые, лавандовые, бежевые, розовые.
Вот. И такие жемчужные. Вот. Разные шарочки. Если их смешать между собой, то они дают такую просто очень-очень легенькую такую пыльцу. Вот сейчас я попытаюсь их набрать и вам показать. Видно, да? Вот. Дают очень-очень легенькую такую пыльцу. Блестящую такую. Хорошо видно, видите, прям такой блеск на руке. Есть просто здоровый, красивый блеск. И я наношу ее либо только на скулы, если это какой-то дневной макияж. Если это вечерний макияж, я наношу полностью на все лицо. Тем самым закрепляя тональный крем и немножко придавая какой-то живости, свежести всему лицу. Пахнет она прекрасно. Вот просто эти метеориты, я думаю, что все, у кого есть, они знают, что они пахнут маленьким платьем черным от Guerlain. Ароматом очень прям вкусненько, прямо открываешь баночку только для того, чтобы понюхать. Я, если честно, в течение дня часто подхожу, беру свои банки и начинаю их нюхать, просто вот если мне хочется кайфануть. Очень круто. Сориентирую вас немножко по ценам, если интересно. Стоимость метеоритов от Guerlain в магазине «Звезда» составляет 1 300 000 белорусских рублей, это $75. Дальше у нас идет вот такой вот лак, это у нас тоже марка Guerlain, лак для ногтей в оттенке 063, Pink Button. Вот он такой вот прям красивого, очень такого летнего-весеннего цвета. Мне очень понравился. Я безумно рада, что он у меня есть, потому что я его буду использовать на педикюр. Мне очень нравится летом на педикюр использовать такие красивенные лаки, такие красивые сочные цвета. И будет очень красиво смотреться загаром. Так что присмотритесь, если вы любите такие лаки, присмотритесь обязательно к такому вот красивому оттеночку. Мне очень-очень сильно он понравился. Вот. И последнее, что у меня было от Guerlain, это вот такой стакан. Вот такой стакан. Вот. Здесь написано Guerlain. И сзади очень прикольная надпись «All you need is black». Вот такой стакан термокружечка, очень приятный, прям такой самый очень-очень весенний, прекрасный. Так, что-то у меня тут в кадр попадают денежки, уберем их, чтобы они не светили тут ничем. Вот, очень прикольный, классный, так мне понравился, очень-очень милый, прям красивенный. Вот, дальше, давайте я вам буду показывать, чтобы вообще видно было. Дальше вот такой блеск Шанель. Марочка Шанель у нас вот такой красивый цвет. Видите, да? То есть такой персиковый, очень нежный цвет. Сейчас посмотрю номер. Это номер 165. Вот так вот выглядит номер. Номер 165. Очень, девчонки, красивый цвет. Знаете, он такой практически, ну, он немножко виден на губах. Он дает, кстати, хороший оттенок, очень приятный, не имеет ярко выраженного аромата. Честно, мне очень понравился по оттеночку и вообще по текстуре. Я очень люблю блески Шанель. Вот, и мне он очень понравился. По поводу цены, еще также не сказала, по поводу лака. Лак стоил у нас 58 белорусских рублей. Это получается почти $30. Не почти, а $30 стоил лак. И вот этот блеск стоил у нас $35, по-моему, даже чуть больше, тоже в переводе. В общем, да, почти 40 получается, $40 стоил этот блеск. Очень красивый блеск, люблю очень шанелевские блески, очень-очень круто. Вот, это у меня были такие подарки именно люксовой косметики. Сейчас покажу, что же еще мне подарили интересненького. Кстати, блеск с лаком для ногтей очень хорошо сочетается. Оба такие немножко персиковые. Вот видно, да? Очень красиво. Так что теперь моя душа довольна. Одна бабушка подарила мне денежку, родители тоже подарили мне денежку. Кстати, на все эти деньги я пойду на массаж, конечно же, тайский. Вот, стоит он не дешево, он стоит самый-самый дешевый $50, поэтому, конечно же, я на подаренные деньги пойду на массаж. Вот, и давайте покажу вам, что подарила мне еще одна бабушка. Вот, такой красивый пакетик с принцессой. Бабушка подарила много, но все вам показывать не буду, там не все интересно для вас. Покажу, наверное, только такое
Конфетки тоже подарила Рафаэла. Я очень люблю, мне кажется, на 8 марта Рафаэла. Это очень как-то символично. Люблю Рафаэла получать на 8 марта. Из всех конфет, мне кажется, Рафаэла самое-самое такое приятное для женщины. Вот, мне кажется, девушки все едят Рафаэлки. Самые приятные конфетки, потому что какие-нибудь белорусские, что-нибудь такое, я вообще не люблю. А вот Рафаэла, это, мне кажется, такой стандарт. А подарили мне вот такой лак Велла. Вообще классно очень. Я очень себе хотела лак Велла. Он, кстати, не бюджетный абсолютно. Он у нас стоит, наверное, доллара 4,5-5. Не бюджетный абсолютно лак. 4 доллара он точно стоит. Максимальная фиксация до 24 часов для длинных волос. Я сегодня им уже попользовалась. Очень хорошо держал укладку. Вообще просто супер. Так что мне очень понравилось. И вот таких два продукта от Белкосмекс. Это у нас мицеллярный тоник. Мягкое очищение на основе какого-то коллагена. Anti-Age серия Gold коллаген называется. Этим мицеллярным тоником я буду смывать глазки свои. Я обычно всегда мицеллярной водичкой смываю глазки. Поэтому буду пробовать. Довольно-таки симпатичная упаковка такая, видите, с каким-то восточным таким орнаментом золотым. Вот. И второй продукт это тоже Белкосмекс из этой же линеечки. Тоже Gold коллаген мусс для умывания. Мягкое очищение на основе тоже вот этого акация коллаген. Коллаген акации, наверное, так. Тоже серия Anti-Age. Здесь не указан возраст, с какого нужно применять. Просто вот с 25 лет уже можно использовать. А мне уже 26-й годик пошел. Так что уже серию Anti-Age можно использовать спокойно. Вот. Мы не молодеем, как говорится. Вот, так что пробовать, наверное, уже буду, когда в Турцию поеду. Я думаю, что именно в Турцию я с собой возьму, потому что здесь пока у меня другая косметика. Они руки. Я когда крашусь. Всем привет! Сейчас еду с курсов. Сегодня была на повышении квалификации. Вот. Такой макияж у меня сегодня красивенный. Сейчас уже еду домой, потому что я сейчас очень-очень больная, заболела. Вот. Так что все, поехала. Всем привет! Я вот в такой вот сейчас атмосфере чила абсолютного с вот такой красотой. Шарики, тут у меня цветочки, фотография моя и макаронс. Я их очень люблю. Расскажу на самом деле сейчас немножко историю их. Это у меня фирма Плезир изготавливает, я их покупала. На самом деле первая моя история с макаронс была не очень хорошая. Почему? Потому что мы заказывали их на заказ, и их делала девушка нам. Одна из самых вообще известных в Беларуси. Кондитеров, и мы заказали у нее, я у нее попробовала, это было настолько ужасно, что я подумала, почему люди вообще любят макаронс, они же ужасные. Кстати, многие говорят макаруны, это неправильно, правильно говорить макарон, макаронс. Вот, поэтому, я, кстати, на самом деле только недавно узнала, поэтому, в общем-то, первый раз, когда я попробовала, он не удался, я долго потом не хотела их пробовать больше, я думала, это невкусно. Они не капущие, но когда я попробовала Плезир, я поняла, что да, это божественно просто, это настоящий макаронс, поэтому вот у меня тут разные вкусы, малина, шоколад, ваниль, розовый, нежный, я не знаю, что это. Вот, так что сейчас вот буду заполнять ежедневник. Я на самом деле, девчонки, заболела очень сильно, заболела еще вчера, поэтому не знаю, когда я приду в себя, я не могу отлежаться, у меня нет времени отлежаться. Когда я заболела, я была вынуждена все равно в этот же день, больная, с температурой выйти на работу. Потому что невест я не могу кинуть, сами понимаете, поэтому вчера я заболела и вчера я работала. Сегодня я была на повышении квалификации, тоже целый день отрабатывала макияж и так далее, то есть больная с температурой. И завтра еще мы идем в цирк, поэтому сами понимаете, что лежать мне особо некогда. Вот, так что буду выздоравливать.